Давай напишем ему, ты кто? Дед, ты кто? 14 уровень. Проставляться будет или нет? 328 вылетов. Напиши, он проставляться будет или нет? Нормально сбывает. Нет, ты не зеленым же пиши. Ты же не в синий, наверное. Я в общем не написал. А в общем? Ты напиши, он поставляться будет. Дай. Напиши, что он фантазер, блин. И я напишу. Да еще никуда пока. Мы с Петром стоим на филде такие все. О, молодцы. Ты уже улетел, да? Конечно. Деда того троллили, да? Пытались. Ну, походу он пойдет наверх, не на землю, наверное. Там много, два бомбера и ил. Два вот еще не появились. Я. Ага. Хорошо. И я, и я. И я того же мнения. Так. Бомбер есть у них? Нам надо, знаешь, куда, наверное, идти всего скорее? В этот. А, ведь правильно, правильно, на северную. В этот, J-15. Своих темочку, а потом, если чего, вернуться, потому что в центре нам Рихарда только спасать. Рихард, а ты где водишься? Буду сейчас посередине. Давай выходи, я тебя не вижу вообще. Я за тобой пристроился. Да ничего, я над тобой не вини. Я тебя держу. Давай, хорошо. Ох ты, вот это даешь. Ты меня видишь? Полутора километра, точнее. Вижу, конечно. Меня видишь, да? Спортсмен. Ты мне идешь хорошо, так идешь. Да, я иду 400 метров. О, а вот и Рихард, похоже, над нами поплывает. Петр, давай к нам. Я иду за вами. А, вы нами, да? Да, это он проплыл. Да, снижаюсь. Гордо так неторопливо. Как и подобает настоящему лохташу. Интеллигентному человеку. Так, граждане. Я пока не вижу с их стороны контактов. Я тоже. Наверное, как-то в обход идут. Может все быть. Да. Нет, там уже что-то горит. И работают зенитки. А-а-а. По нам, по-моему. Нет, вот там уже какая-то парочка закружилась друг с другом. Да.
это далеко, это где-то G11, наверное. Я не знаю, но красиво так надо мной. Так, наша наземка фигачит у моста. Да? У моста? А, у моста. Да. Нет, это не наша наземка, господи, ты боже мой, извиняй. Нет, вот я говорю, что мы по тем самим. По нашим. А вот сейчас, может быть, и по нашим. Ребята, может, сейчас они сядут, посадят по мне. Если у моста. По мне. От моста. Сейчас, пожалуй, пойду туда, проверю, кто там не летает. Дим, ты возле моста? Да, по мне, на землю. О, и попадает? Да. Это не есть хорошо. Они, правда, еще могут по речке идти. Поэтому их не видно. Могут. Тем. Кстати, они могут идти, знаешь, куда? Вот они могут идти туда, к дальнему контакту, ребята. Опа, на мне 6. А ты где, кинь? Сейчас кидаю. И высота? Высота 900, падаю. Ага, понял. Иду к мосту, вот. Давай, выходи к мосту. Разворотом. Два моста. Что-то я... Нет. Там... За мной какой-то град, не понял какой. Лашка, что ли, по звуку? Просто шваки, не обязательно лашка, но, наверное, лашка, в принципе. Я что-то не пойму одной вещи. Меня перестали работать, перестало работать. Так, ребята, Л2, они, короче, вышли на колонну. На правую или на левую. Л4. Я северную колонну сейчас проверим. Начали они долбить. Слушай, скорее. Я не вижу дорог. Я развернулся, топаю. Бросаю. Кто-нибудь прикрывайте меня. Успокой. 330. Ходи к этому, к мосту. Ходи на север, ходи к этому. Тебе все еще кто-то висит? Нет, пока уже бросил. Ага, мимо прошел. Сейчас. Да что же это такое-то, ё-моё. Ты вот тоже как К-11, там этими зенитками. Из зенита бы вывалился. Пирожки-то страшно суваться туда. Что же это висит-то, ёпсель мусор, хотя бы знать там. Ага, должен проскочить. Бросаю. Что за самолет, блин? Да что у меня? Так, ребят, на северной колонне множественные контакты. Северный. Слушай, на тебе двухмоторник. На мне? Нет. На Генрихе. Да. Кого я сбил? Ребят, на северной колонны, штурмуют северную колонну. Остался там еще один ил. Каналян, что ли, идут?
что, элита? Литы прямо над тобой двухмоторник. Элиты, конечно, помогли. Так двухмоторник, ты это что, вьюфайтер, что ли, или что? Нет. Ил, похоже, наш. Четвертый. А, да-да-да, да он его сейчас собьет, он дурак, блин. У Рихарда это... Сзади. Ребята, это вы парой идете? Да-да-да-да-да. Ох, привет. А впереди вас кто выскакивает? Ох, есть. Все, приехал, наверное. Не смотри. Ох, он ног тебя сломался. О, молодцы. Как ходил, уже не знаешь, что надо. Давай уходи на песню. Рихард Соплёева перебил на дне. У него даже дырка что-то не видит. Интересно. Самолет нормально едет. Леша, это ты? Нет, 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 не я. Где-то. Не вижу никого. А вот еще а один. Ушел, летает. Наверное, один. Вот это там только был... один контакт вижу. Там два ЛК было. И того я сбил, один еще остался. Сейчас там, я честно. Так он где-то впереди на наш аэродром идет, Леш. То, скорее всего, что-то наш. Да, вот не торт, кажется. Это наш аэродром? Ты же он дурачок, что ли? Да. Это кто такой умный? Я не знаю. Не, ну на толках-то можно, наверное. На Иле? О, не, о, наземка наша работает. Где? Верхняя. Северная, говорю, там должен быть. Я не знаю, он меня сбил. Тот-то мне пробил. Да, да, я же говорю вам, что там штурмует. Я на одноземке нашел. Контакт не вижу. Вяло, но попало. Контакт среди тебя наблюдаешь выше? Сейчас пойду проверю, кто это. Сейчас пройдем, а там Дипа. Он слева от нас на 9 часов, уже почти на 8, 2 контакта. Вижу. Слушайте, а это бомбер. Вот это тут. Большой такой. Давай Дашка, проверим. То есть это враг. Где? Рихард. Впереди. Над нашей северной надемкой. Я уже улетел. Это я. Ты? Ну конечно. Иду на фил. Надо пожалуйста. Да, это ты. Делаю правый поворот. Ё-моё. Я ж тебе говорил, сейчас придем, а там. Дипа. Ну а чё он тогда не отзывается, когда мы говорим, что он фит? Я же говорил, что на нашей верхней. Так, ребята, у меня потеря пакетов. Шикарно. Появился опять. Набираю высоту. И куда я пропал, не знаю. Что, телепорт открыл? У меня еще одна бомба. Леша. Да-да-да. Даю координаты. Я как бы догорел уже, наверное, давно. Два. А тогда кто остался? Потому что у меня была потеря пакетов, я не знаю, где я оказался. Ты с самого края карты, так что ты выворачивайся и не точно да? Восток. Нифига себе. А как я даже оказался? Потери пакет. Понял. Вот тут кто-то гоняет последнего оставшегося вражеского бота. Давно его мучит.
Так, вижу какие-то контакты. Я его поджег снайперским выстрелом. А, ты издалека, молодец. Ну и у тебя сведение какое? Машина с дверью стала. Два бомбера, что ли? Один. Этот его долбил? Да, он долго ее наблюдал. О, целится, да, без предупреждения. Вот я вижу тоже какой-то тяжелый. А, это опять-таки не брэк. Вездесущий вихрь. Слушай, мне тебе надо сбить все-таки. Чтоб больше не попадался. Две точки наблюдает он. Я пойду за бомбу. Да, уже. Ты уже заходишь или еще метров 500? Да нет, я уже выжил. Снижаюсь. Добавляю скорость. С таким-то ником нужно иметь большую ответственность, чем ее, чтобы его носить. Вот там кто-то еще зашел на посадку. Так, судя по всему, иду за... О, дымит. Горячо под низом. О, ПВО уничтожен каким-то дедом. Какой-то ПВО уничтожен каким-то дедом. Так, все, не прилетел. Только не нашим. Да. Видишь, тогда он есть, то ё-моё. Если я работаю над... Что, вывалился? Пролетел? Чего? Все, я сел, меня заправляют.
Я смотрю, вылетел с полосы. Я не понял. Да, я уже слишком сильно. Что за фигня-то? Что там у тебя случилось? Ага, туда кто-то ушел, да? Кто это? Это за контакты, наши или не наши? Так. Справа наблюдаю контакт от Филда. Наверх. Ты не отвлекайся. Ты иди на задимку работай. Я иду, иду. Это северной колонны говоришь, да? Ну, да. Значит, это не там. Походу. Твой дед. А это я тут хищник слетал. Надалеко здесь прошел реку. Это свой. Точку? Контакт тут только противник. Вылезай! Нужно контр атаковать! Был. Попал. Кажется, я их нашел. О, вижу. А кто там по нолям? Ты идешь? Так, мужики, значит, два контакта. Вы G14, G15. У меня нет топлива, я иду домой. Проверьте. Джей. Это где, где наша дальняя? Да, да. Ну, где-то метров 500. Ага. А я что-то по-другому вижу. Или прошел деда Дипа, по-моему. Осторожно. Нужна поддержка. О, Нил. Да. Нил, машина серьезная. Долетался, блин. Нил, машина серьезная. Один есть.
Я выкатился за пределы поля. Пойдем домой. Дымит. Ага. Опа. О, почему-то мне его засчитали. Видимо, его ПВО наше сбило, потому что у него просто отвалился. Ну да. Но засчитали почему-то мне. Ну если ты последнюю атаку провел. Он же крит. Критику не нанес. Да. А, ну значит не был крик. Значит вот. Ну, осталось деда найти. Да, осталось найти деда. Блин, как меня задолбало уже. Это кружляние на низке. Недавно по наземке работал. Да? На южном ряде 4 такие. А, не, во! Чего? К бою готов. О, ну вой готов. Ну, сейчас спалился он. Встречать надо. Пил, да, его. Там. А, ногу я его вижу. Он надо самый враг побеждает. И похоже не собит, не особо собирается залетать. Да что это за фокусы в конце-то концов? Я выкатился с полосы, скорость была большая. Сейчас не могу вернуться обратно. Этот самолет крутится как этот самый. Как цветок в проруби, понимаешь? Надо очень осторожно тормоза нажимать. После последнего патча они что-то изменили, что-то он теперь крутится как бешеный. Ну как и до этого эти все болтались на этой массе. Похоже, он таки взлетел. Да? Ага, взлетел. Ах, ё-моё. А ну все, уже я добрался до ремонтной зоны все-таки. Я так делал иногда, когда остаешься, так и не тянешь.
кольца ИСИ. На земке вы. Вон там у них небольшая дорожка боковая. Похоже, такое ощущение, что он на ней стоит, на этой дорожке. Может, может. А я лечу бомбить. Я бомбить хочу. Тут или просто так? А не, есть 28-го вступил машина зверь. На 14-й уровень уход. Давайте туда в речку глянь. Ага. Нет, слушай, я не видно его. Уходи, уходи туда за обрыв. Да-да-да-да-да-да. Сейчас второй заход точно не попадут. Походу еще первый заход. Второй, а третий заход уже мило. А мы тем более. Непонятно, где он шеется тогда. Может, на высоту поднялся. Там где вы пропустили? А у нас тут на земке мы, кстати, прошираем, поэтому. А дайте ему этот самый, как он называется, ссылку на форум. Если он не знает, где форум. А? А он что, написал, что не знает? Ну. Он спросил, какой такой форум. Сейчас дам. Так, какой-то Dreamcast. Dreamcast я вижу в какой-то точку. Почти у облаков. Иди, продай свои координаты и высоту. Да я у монитора сижу. А, ты у монитора? А кто живой из нас? Я ему послал. Ага, а он только что. Понятно. Видишь? Вижу. Ой, нифига себе. Вижу. Нифига себе. А где он был? Не знаю. А он был на аэродроме, наверное. Нет, не был. Не был? Нет. Он был, тогда бы не был. Так был. Если его ни разу не подбили, он мог выйти, а потом опять войти. Ну да. Нет, нет, он же последний, он не мог выйти. Нет, так нельзя. Он же один остался. Кстати, да.
Так, ребят, нельзя, тогда победу нам бы дали бы. Вот, я вижу точку, похоже, она движется. Не, ну блин, это точно он был. Вот он сейчас уже в другом месте на своем филде сидит. Сидел справа, если смотреть с нашей стороны, теперь сидит слева. Так он, может быть, просто по филду катается, как я катался. Мне тоже кажется, да, так. Противник побеждает, нужно контратаковать. Да не вижу я. В районе ихнего филда я наблюдаю контакт. Это Андрей. В воздухе, по-моему. Андрей. Чего? Нет. Нет, это Андрей. Контакт. Андрей? Конечно. Может быть. Я сейчас упал опять. Нет, где-то он там сидит. Опять за неспортивное поведение. Аутва. А, он, видимо, в боезапасы стреляет, что ли, да? Да. Да не то. Может, у него же бомбер, наверное, ты проходишь, а он откуда ходит? Хреначит, вот вместе с зенитками сидит, пытается, наверное, сэр. Во, он сейчас посередине пытается взлететь. Да, вижу. Да, взлетел, походу. Ага. Рихард, тебе надо бомбу брать, повыше забираться, а это... Делать ковровую бомбардировку. Петр, а ты, у тебя включен этот дым. Отключи его. Да. А, ну, ты же наверное, когда сюда пришел. Пошел, идет, будет против самого. Ох, война. Втроем по земке жахнуть, по земку выбить, да, на земке скрытая атака. Вот. А что ее видно, ты в бомбу прицел, кто вверх потянулся, я же, меня же сбили, а ты сбитый, ну да, не а двоем сидим, за самолет бомбер, у него бомбер, это наш. Где же он?
туда. Так, Аэрмаг. Армалев, а что будет? Тут крутиться, блин, начал и скорость что-то. Где же он есть-то, а? Он взлетел? А, во! Не, он крутит левый вираж. Ну вот я думаю, что он крутит левый вираж, только его сейчас пока не вижу. Какая высота примерно сейчас... у него? 100-200 по нолям. По нолям? Видишь, вот сейчас будет крутиться над филдом. Справа от филда. Сейчас будет пересекать линии. Видел? Здесь по нолям. По нолям. Сейчас не справа вижу. Поворот. Аэрмаг идет на него. А, да, вижу. Вот он. По низам. Вот тут, вот он. Ага. О, по тебе. Петрович, шмаляю. Где он есть? Буду таранить. Аэромаг доигрался. Двухмоторник. Парни, вы давно уже вынесли все на землю. СБшка. Молодец, Петр, все будет поехать. Да, это... Нет, пешка. У него пешка, да? Серьезное аппаратище, блин. Ну уж, а я в каком смысле? Ну и смотря, как летает человек. Тихо. О, молодец, мозг у меня. Я думал, долго вы тут кружитесь. Слишком долго. И вот теперь я кого-то наблюдаю. Давай, давай, продолжай, давай на землю, короче. Продолжай на землю, что так работает. Все плотность огня меньше. Но. Только расстался последний. По палатке пишу, читанул. Петр, уходи давай. И меня тоже. Какая-то интересная игра получилась. Некрасиво. Почему красиво? Нормально, а чё? Хотел, когда ты один там остаешься на пи. Что Нечки? Потом, Андрюш, ты дымишь? Не, это я падаю, ё-моё. Потом, это ты падаешь, да. Потом, если бы он это... Да не, нормально. Преимущество по технике было. Нашёл, тоже интересно.